Ребята, всем привет! Приехали мы сегодня еще пошариться немножко. Насадили мы Ниву. Сейчас будем, наверное, испытывать наши цепи. Попробую наперед одеть. Может, вытянет. Так что смотрите, не переключайтесь. А там уже затянул. Друзья, на цепи испытания не прошли, одна лупу мы сейчас снимаем, вырубаем, кто ее так. Мы пока так же сидим сюда. Да, пока сидим. Короче, давай. Да по болям, может. Дальше. Ну что, давай тут. Нет, подожди. Колеса поверни. Брата. Колеса, Рон, сюда, сюда. Давай назад. Сейчас подойдем, посмотрим, крыша еще камуфлова. Все в зарослях. Да, хорошо, все. Все относительно безопасно. Так что сейчас глянем, что там будет. Шифер там был забитый. Не, ну крыша-то была камуш. Ну, что-то это сейчас эту метку сохранить. Это не жирно? Да. Тут вот прям подъезд. Ну я тебе говорю, может тут сразу проехать. Ты ж... Я не знаю. Ого. Пойдем, нет? Не страшно. Ух, им там вообще упал потом. Страшно. Бутылка старая. Подожди. Блин, ну там упал потолок. Держи, если сейчас накроет. Накроет, не очкуй. А, да. Блин, ну тут и не походишь. Тут все, наверное... Да, надо лето. Сюда лето надо. Да, хата вообще старая. Да. Вот здесь даже можно, понял, пошурфить в самой хате. Просто как-то это развестись. Толк
покажу. Так сюда бы на годика два, наверное, пораньше бы. Да. Видишь, засыпка, с чердака засыпка. Могут быть тут находки. Надо представить, что надо перелопать. Ну да. Ночь, летом сюда приедем. Обалдеть. Вот это да, такие бы домов побольше. Ну поцелее бы, чтобы хотя бы крыша была. Пилили, выпиливали, да. Свежую спинку. Да, выпиливал. Что-то выпиливал. Кому-то доски нужны. Блин, это страшная такая тема. Вот, по-моему, маленький. Да? Да. Блин, а как его? Ну. Не разобью. А вот обувь делали. Колодцы. Откуда же? Да, обувь делали. Маты стояли. Он вон здесь лежит внизу чердак. Я вот, что это надо быть? Старая бутылка. Да ну. Сюда бы пораньше нам попасть. А вот, видимо, копали тут уже, не? Смотри, ямочек. Ну вот, смотри, тоже что-то как копан. А? Ну, вот видишь, разобрали для чего. Использовали это. Да, стоят, да. Одного дом стоял вместо фундамента. Не, а там-то фундамент, он видно. Там фундамент. Ну да. Что мне показалось, что здесь погреб. Ребята, хочу сделать такое небольшое отступление от видео, рассказать. Ну, думаю, вы заметили, что в кадре я гулял с бутылками. Не могу я удержаться против бутылочек, стекла. Нравятся они мне всяческие. Вот. В этом доме, получается, добыли мы 4 вот таких бутылочки. 2 маленьких, интересных таких. Не знаю, может быть, аптечные. Что там в них было, даже представить не могу. И 2 вот таких больших, которые я хотел бы рассмотреть подробно более. Получается, зеленая бутылка у нас такого вот напиточка. На ней написано Абу Симбел, Ферро, Чина или Хина. Короче, я думаю, те зрители, которые во времена СССР принимали алкоголь, я думаю, должны бы помнить этот напиток, если пробовали. Так как вроде бы... Я читал в интернете, что, ну, как бы он был не распространенный, трудно его было достать, этот напиток. А интересно, ребята, эта бутылочка чем, что данный напиток был произведен где-то в 70-х годах арабами в Египте в честь советских строителей, построивших Асуанскую плотину. Кому интересно, наберите в интернете Асуанская плотина, найдете о ней справочку. Асуанская плотина располагалась на реке Нил. Это был 30-градусный бальзам, настоянный на 40 травах. Употреблять его надо было понемногу, добавляя в чай. Но многие употребляли его просто как алкогольный напиток. И тогда реакции у людей были разные. Для кого-то мир начинал играть новыми красками после выпитой бутылки.
а кого-то и даже забирали в больницу. Вся эта информация взята из интернета, так что если где-то в чем-то я не прав, прошу не серчать. Все это прочитал в интернете и выложил вам как-то. Так что напиток этот был очень крепкий и своеобразный. Бутылки данного напитка выставлялись на аукционах не так давно, и пустые, и с содержимым. Бутылка с самим напитком и имеет цену где-то около $15. Так что, думаю, не зря я взял эту бутылочку. Находка неплохая в коллекцию, пускай хоть и советская, но тем не менее интересная. И, друзья, главный у меня вопрос. Вторая бутылочка, сейчас я вам покажу. Вот она, вроде такая стеклянная, непримечательная сильно. Донышко у нее немножко вогнутое туда внутрь. Но чем она интересна, ну вот вы ее видите тоже на фото. Чем она нам интересна, ребята, это тем, что вот здесь внизу на ней, по самому почти бортику идут такие арабские надписи. Мне кажется, это тоже вот что-то, какая-то выпивка, наверное, или из Египта, или откуда-то, или арабская тоже. Вот кто знает, друзья, кто может, встречал такие бутылки, видел, подскажите, пожалуйста, от чего она, как бы, что в ней было налито. Также на данной бутылке имеется вот тут сзади. Вот получается здесь сзади, здесь у нас идут арабская надпись. И сзади вот здесь идет такое клеймо, непонятное мне. Так что кто знает, прошу написать в комментариях, подсказать. Бутылочки, естественно, останутся в коллекции. Домик нам их принес. Интересные такие вот находки. Ну а мы продолжаем смотреть видео дальше. Да не, в Боре вот он. Вон, видишь? Надо сюда приезжать, потом копать. По-любому. И дом шуршить надо. Так, лишь бы потолок не привалил. Дому. Может, отсюда прям? Понял? Да. Ну, пускай тогда. Такое рискованное у нас занятие. А? Ты на рюкзак сними. Да и нужно. Ну, да. О, какой-то.
комод, наверное, какой-то. Пластмассового что-то много здесь. А? Пластмассового много предметов. По-моему, бутылка какая-то. Бутылка обычная. Что-то слой держится вообще. Сними. Кого, трубу? Опасно, ребята. Это вообще на честном слове. Можно смело надпись ставить, не повторять. Но. Опасно. А вот это не первый сигнал. Лопата, конечно, не фискас. Так. О, ребята, монета. Друзья, у нас находка царская. Дом старый и монетка старая. 1904, по-моему. В нормальном таком сохране. О, находочка есть. Что? Нету дерева. А что, на лопату пищит? Мне каждый раз монеты, да? Ну да. Ребята, представьте, вот здесь в снегу, вот, отпечаток остался. Ковырнул, ребята, оправа от оковы медная. Шикарнейшая. Да. Обалдеть. Друзья, какая красота. Видно, здесь где-то иконка висела. И оправа осталась. Шикарная находка, я думаю. Целая практически. Оклад. А лица не? Ну, лица на иконе нарисованы, а это типа вот для блеска, понимаешь? Вот эти дырки тоже были? Ну, либо руки, да, это что-то было, руки, ноги. Обалдеть просто, я в шоке. Вот это дом, и монетка, и оклад. Супер. Задвижки, задвижка. Сейчас печку найдешь. Мы в этом домике проверили, пока больше нет находок. Поедем дальше, в другой дом, посмотрим его.
Ну, подходим к дому, какой-то нашли. Посмотрим. Ух ты, или колодец, что это? Берег подержи. Нет, колодец, да? Да. Колодец, да? Это да. А вход все равно с той стороны. Отсюда лучше пойдем. А, тут закрыт. Покажем, да? Да, дом закрытый. Мостик такой вот обнаружен, интересно. Офигеть. Это бессыкотно. Надо еще попрыгать. Вот это да. Здоровый бывает, да? Если вам понравилось данное видео, поддержите наш канал лайком и подпиской. Также смотрите рекомендованные ролики наши от нас и от YouTube.